Киркорову порвали анус в Киеве, об этом заявил известный продюсер. Продюсер Денис Путинцев рассказал историю про Киркорова. Российский певец однажды попал в очень пикантную ситуацию, о которой скрывает до сих пор. Однажды, будучи на гастролях в Киеве, то ли он сам, то ли кто-то ему засунул в анус бутылку шампанского. Пришлось вызывать хирурга, чтобы ему зашили анус. Это правда, об этом говорят в застенках шоу-бизнеса. Эта история передается из уст в уста, поделился Путинцев. Киркорова неоднократно подозревали в нетрадиционной ориентации. Поговаривают, что он закрутил роман с Максимом Сытником, своим стилистом. Кроме того, продюсер намекнул и на то, что Николай Басков тоже представитель ЛГБТ. Филипп Киркоров уже потерял миллионы и остался без своей короны. Люди находятся в надежде, что карьера певца покатится по наклонной. Об этом высказался и Сергей Соседов. Он сам себя так назвал. Он же постоянно во всем подражал Пугачевой. Она Примадонной стала после песни «Примадонна» на Евровидении. И как-то за ней это закрепилось. Они же тогда вместе были. Может, с Аллой Борисовной это придумали. Поскольку он муж ее был, то стал королем. На тусовке сказал, журналисты подхватили, рассуждает Соседов. Тысячи поклонников по всей стране были готовы стоять в многочасовых очередях, в надежде пасть на выступление Филиппа. Киркоров очень активно работал всегда, у него много энергии, сил, очень хорошее здоровье у человека, армянские корни. Тогда Филипп давал очень много концертов. Они были успешны. Люди приходили, отметил критик. По мнению Соседова, рано или поздно волна агрессии в сторону Киркорова уляжется, и жизнь артиста вернется в привычное русло. Он предположил, что пауза, которая неожиданно настигла Филиппа Бедросовича, пойдет ему только на пользу. «Я думаю, все пройдет, конечно. Он будет на экранах и везде, это не отразится никак на его карьере. Просто это пауза какая-то, он уже поднадоел, потому что на всех каналах. Абсолютно везде. Так не должно быть, это ненормально», убежден Соседов.